хочу. Недавно мы в садике читали книжку про красную шапочку. Мы с Кирой это все сделали. Мы слепили вот эту красную шапочку. Сделали из картона вот это вот красивое деревце с вороной. Сделали дом, еще сделали деревце с шишками. Сделали красную шапочку внучку и бабушку. Мы хотим вам ее сегодня показать и рассказать. Поехали! Жили-были в сказочном лесу мама с дочкой. А дочку, кстати, звали Красная Шапочка. Вот мама напекла пирожков и зовет: «Красная Шапочка, иди-ка сюда. Мы всю зиму не были у нашей бабушки. Зима-то снежная была. Унеси-ка ты ей пирожков, заодно попроведуй, как она живет. Но только будь внимательна, иди быстро-быстро, а то в лесу всякого зверья водится много. Вдруг тебя кто-нибудь по дороге слопает». «Да нет, — говорит Красная Шапочка, — никто меня не слопает». И пошла она к бабушке. А мама стоит и думает: «Ой, она ведь такая невнимательная у меня. Ну ладно, может, как-нибудь дойдет». А Маша идет по лесу, цветочки всякие рассматривает. Один понюхает цветочек, потом подойдет к другому. Она уже и забыла, что и к бабушке-то надо торопиться. Ей все в лесу интересно. И не думает она о том, что кто-нибудь может на нее напасть и слопать ее. Пошла она дальше, идет себе, идет. И даже не замечает, что в кустах-то сидит серый страшный волк, зубами щелк. Увидела опять какой-то цветок, думает: «Кактус, что ли?» А волк тем временем увидел Красную Шапочку и давай за ней красться. «Куда же это она отправилась, да еще с пирожками?» — думает волк. «Ох, сейчас я за ней прослежу». А Маша тем временем к бабушкиному домику подходит. Идет она себе, посвистывает. Подошла она к бабушкиному домику и стучит дверь. «Бабушка! Бабушка!» А волк за ней крадется, крадется. И думает: «Вот ты и попалась, Красная Шапка». Маша зашла к бабушке домой, а дома-то никого нету. Она думает: «А куда эта бабушка подевалась? Она ведь старенькая. Куда это она могла деться-то?» А тут и волк зашел за Красной Шапочкой домой и говорит: «Ну что, попалась? Сейчас я тебя съем». «Ой, ой, ой!» Красная Шапочка испугалась. Думает: «Ой, куда же мне спрятаться от этого страшного, серого, злого волка? Под стул, что ли, залезть?» Смотрит, тут бабушка залетела. О, бабушка какая-то не такая стала, какая-то не старенькая. А бабушка-то как схватила волка, да как его вышвырнула из дома своего. О, ничего себе, бабушка, как это ты такая сильная стала? А бабушка говорит: «Машенька, я же сейчас делаю зарядку по утрам, ем кашу. Бегаю вокруг дома, чтобы быть здоровой. Я тоже так хочу, бабушка. А ты оставайся, Машенька, у меня жить до сих лета, я тебя всему научу». Ребята, вам понравился мой рассказ? Если да, пишите в комментариях, какую вы хотели увидеть сказку в следующий раз. С вами была Лера Ищенко и Кира Кощенчук. Пока-пока, мы вас любим.